Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Не могла я не записать видео по проекту Holiday. Значит, у меня на балансе в данный момент 300 рублей. Я их сейчас поставлю на вывод. И в предыдущем видео у меня также было 300 рублей на балансе. Я их не стала выводить. Значит, что я сделала? Я купила себе стол, открыла за 300 рублей. Значит, я приглашала всех на 100 рублей. Прибыль на выходе 7000. Так? И решила зайти вот за 300 рублей. Сюда я ничего... Я только сюда пополнила 100 рублей в этот проект. Значит, давайте зайдем в мои платформы. Проект супер. Не перестает радовать. Так, мои платформы. Значит, что у меня здесь? Так, стол за 200. У меня один уже закрылся. Значит, у меня здесь 3 человека станет. Здесь 3 человека. И здесь 3 человека. У меня откроется стол за 900 рублей. У меня уже вот завершен один такой вот стол. И у меня открылся стол вот за 900 рублей. Так. Давайте посмотрим завершенные. Вот у меня за 100 рублей стол закрыт. Я ушла на реинвест. Тем самым подталкивая всех участников. Ну, не одна я, так, ну, всех, как бы, у кого закрывается, каждый человек идет на реинвест. И подталкивает тем самым всех участников проекта. Еще один стол закрылся. Опять на реинвест. Опять подталкивать участников. Еще стол закрылся. Опять на реинвест подталкивать участников. И вот у меня закрылось. Вот с этого человек мне встал, капнула денежка. Потом полностью стол закрылся. Опять денежка капнула. И вот здесь 3 человека. Здесь 3 человека. И здесь 3 человека. У меня открылся стол за 900 рублей. Далее что? Как я уже сказала, я зашла на 300 рублей и открыла вот стол за 300. Смотрите, нажимаю 300. И мне говорят, переливов нет. Те, кто не приглашает. Так? Так, что-то у меня это завершенное, активные. Вот. Поставила активные. Я зашла, открыла стол за 300 рублей. И мне пришел перелив. Я сюда никого не приглашала. Мне пишут, что переливов типа нет без приглашения. Ну, не знаю. Вот с первым приглашенным я вернула свои денежки. Вот эти 300 рублей. Что я сейчас поставлю на вывод. Далее у меня сюда встанет человек и сюда встанет 3 человека. Еще денежка капнет. Это супер. То, что вот зелененькое, это на вывод. Это в резерве. Они пойдут на открытие стола. Так, значит, финансы, вывод средств. Так, сумма. Так, кошелек у меня прописан. Сумма 300 рублей. Так, 00. Нажимаю вывести. Запрос на вывод успешно отправлен. Время исполнения 24 часа. Проект работает, платит. Проект супер. Даже сейчас поставлю на паузу, зайду на почту. Денежка еще не пришла. Вот мои транзакции. Значит, запрос на вывод средств отправлен. Я уже не буду ждать, чтобы не затягивать как бы видео. Как вывод придет, я скопирую и выложу под видео в комментариях свой вывод. Так, ну вот здесь мои все транзакции. Вот начисление с первой платформы, начисление с второй платформы, покупка вот первой платформы я. И вот мне начисление пришло. Вот этих 300 рублей я вернула с первым приглашенным. Значит, вернемся на главную страничку. Так, что-то меня выбило. Так, сейчас я опять зайду.
Он сейчас выбил меня из кабинета. Войти. Войти. Значит, всего у меня уже заработано здесь 2900 рублей. Со 100 рублей это, я считаю, шикарно. Вот. Приглашаю в проект одного-двух человек, ребят, за 100 рублей. Ну, на 100 рублей. Пригласить, конечно, можно. Вот. Так что старайтесь приглашать. Берите видео, заливайте себе на канал. Но проект реально крутой. Администратор умничка, что сделал такой проект. Это шикарно. Я не ожидала, конечно, такого от этого проекта. Буду заканчивать. Присоединяемся. Будем зарабатывать. И приглашайте, конечно. Вот. Переливы работают, я доказала. Вот. С первым приглашенным возвращаются ваши денежки. Одного зашли на 100 рублей, пригласили одного человека. Он проплатится, вам 100 рублей капнет. И вы их вернете. Потому что, ну, шикарнейший проект. У меня слов нет. У меня от него голова кругом, честное слово. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.